В Брянской области продолжается программа догазификации региона. Жители населенных пунктов, в которых уже проложен газопровод, могут безвозмездно провести голубое топливо до границ своих участков. Так, акционерное общество «Газпром газораспределение Брянск» планирует догазифицировать почти 6500 домовладений. Собирают заявки их владельцев. Об этой работе говорили в пресс-центре правительства Брянской области. Эти все заявки, будем так говорить, предварительные, были включены в план график газификации, который был сформирован на окончание 2021 года и на весь 2022 год. Лето – самая горячая пора для специалистов «Газпрома». Уже сейчас можно подвести предварительные итоги работ по догазификации населенных пунктов нашей области. В начале года у нас планировалось где-то на этот год 200, так скажем, подключения жилых домов, хозяйств. То на данный момент, учитывая количество заключенных договоров, сжатые сроки и необходимость по максимуму сделать это все в этом году, количество договоров увеличивается, которые необходимо хозяйств газифицировать, до 3000. Чтобы успеть к началу отопительного сезона, газ к домам жителей области подводит почти 30 бригад профессионалов. Большое внимание уделяется малообеспеченным семьям. В регионе установлена единовременная государственная социальная помощь малоимущим гражданам. 50% от фактически понесенных затрат по газификации. Компенсируют и приобретение газового оборудования стоимостью не более 45 тысяч рублей. Право имеют семьи с доходами ниже прожиточного минимума, это малоимущие семьи. Кроме того, есть обязательные условия домовладения, в котором проживает данная семья малоимущая, должно быть закреплено за ней на праве собственности, либо эта семья должна постоянно быть проживать в этом домовладении. Специалисты «Газпром» газораспределения Брянска обращаются с просьбой к жителям Брянской области. Желающим попасть в программу бесплатной догазификации не затягивать с подачей заявок. Весь основной объем работ в рамках установленного подключения запланирован на 2022 год. Чем быстрее они получат обращение, тем скорее в их дом голубое топливо принесет тепло и уют. Алексей Соболь, Дмитрий Матеров. События Брянск.